Привет, девочки! Сегодня у нас тестовое видео, и в тестовом видео я все равно решила распаковать посылку, потому что я не могу больше ждать. Совершенно не подготовлена. Чек ногтей, потому что я грызла семечки. Чем вы чистите, кстати, ногти, девочки, у кого ногти длинные? Я лично старыми зубными щетками, потому что когда покупала щетки специальные для чистки ногтей, они оказались грубые и ужасные для моих ногтей. А вот такие в самый раз. Посылочка у нас будет, девочки, из Росмана. И у меня случилось недоразумение. Я два раза заказала посылки, потому что первый раз платеж как будто не прошел. И мне пришлось опять набирать корзину в магазине Росман. И, короче, я получила некоторые товары два раза. Но вы увидите, какая разница. Не все товары повторяются, потому что я, ну, потом передумала или подумала по-новому. Короче, девочки, вы видите, я решила попробовать румяна Rival de Loop. Есть Rival de Loop Young, и я решила, однако же, попробовать Rival de Loop. То есть, а-ля косметика для взрослых. Так, одну вскрою, другую, то, что тут красиво запаковано. Короче, некоторые вещи здесь, как вы видите, если вы видите. Девочки, новое освещение, не знаю, как оно работает, будем с вами пробовать. Я не знаю, вот можно потускнее сделать интимную остановочку, обстановочку. Можно посветлее сделать. Не знаю, как нужно, но оставлю вот так вот. Вот, короче, девочки, я заказала в оттенке Peach, очень мне хотелось. И вот это вот пойдет потом на подарок на какой-нибудь. А вот это я себе. Смотрите, она такая какая-то пыльная немножечко, но пыль это румянчатая. Здесь есть мелкие вкрапления блесток. Сделаем сводч. Девочки, я надеюсь, что что-то видно. Хотя, вы знаете, если честно, и мне живую не очень много чего видно. Такие полупрозрачные румяна, я бы сказала. Сатиновые полупрозрачные. Вот, девочки. Так. Эти румяна я оставляю себе. Девочки, так как видео как бы... Так, вот так нормально было бы. Не знаю, что делать. Буду я смотреть. А потом еще хочу, может быть, завтра даже попробую макияж сделать. Опять же таки, и с этими румянами я тоже чуток прогадала. Эти оставлю. А эти мы с вами сейчас посвочим. Тоже они в одинаковом оттенке. Это оттенок, девочки, который называется Rosewood. Такой вот оттенок. Тоже мне захотелось. О, девочки, он темный. Но он мне так и показался на сводчах темноватым. Блин, мне кажется, что все засвечивает. Так, Карми, мне нужна помощь. Нет, по-моему, неплохо видно. Или уменьшить освещение. Так, давайте посмотрим. Тоже не знаю, насколько хватит. Так, по-моему, вот это лучше, да? Чуть темнее лучше. Видно. Ну, не знаю, девочки, скажите мне, как вам видно. Мне кажется, вот это лучше. Так, еще один оттенок. Опять Rosewood. Господи, что же я их... А, нет, это тот, который я попробовала. Так, убираем. Так, я купила, девочки, то, что я использую постоянно, матирующую пудру от Essence в оттенке, правда, 10. Посмотрю, как он мне будет. Но это в запас, потому не буду сейчас пробовать. И я увидела по хорошей скидке вот эту Face Powder Rival de Loop Young. Сейчас акция идет, потому я решила в 01 оттенке. Он, конечно, более светлый, чем Essence.
Ну, должен на зиму подойти. Просто я посмотрела, у меня, оказывается, запасов очень мало. Девочки, видите, кое-что интересное. Так, вот это я сразу уберу, потому что у меня такая есть в использовании. А вот праймеры я решила попробовать, как вы видите, Revel de Loop Young. Одна, которая более подсвечивающая, я так поняла, другая матирующая и должна забивать мне поры. Не знаю, девочки, хочу просто попробовать, как конкуренты Catrice. Вот. Мне очень цена понравилась. Так, возможно, я слишком близко девочке показываю, не знаю. Так. Ну, вы знаете, ощущается, как все обычные. Ой, запах даже на таком расстоянии чувствую. Какой-то очень приятный. Так, а вот этот вот. А, здесь блестки есть. Девочки, здесь есть блестки. Не знаю, как вам видно, но вот тут вот есть. Ой, господи, девочки, извините, если с освещением что-то не так. Здесь, кстати, сколько у нас грамм? 30 грамм. Вы видите, так же, как в Catrice, но он выглядит как-то более компактнее, что ли. Так, вот это более скользким выглядит. Я вас, наверное, удивлю, но здесь тоже есть блестки, несмотря на то, что он матирующий. Может быть, чуть меньше, но блестки есть. Как будто... И запах тот же сам. Чуть-чуть такой запах мыльных пузырей. Так, девочки. Так. Пудры. Хотела я попробовать новинки от Essence. И заказала бог знает сколько одинаковых. Давайте проверять. Это оттенок 10. Это оттенок 30. Это оттенок... 30 уходит, это оттенок 40 остается, это оттенок 60. Все-таки я, слава богу, заказала 4 разных. Вот так вот. Уже следующие, девочки. Давайте посвочим. Это новые пудры от Essence The Blush. И они вроде матовые. Мне просто понравилось, девочки, оформление очень. Что они такие компактные. Ну, в прошлые, в принципе, тоже были. Вы знаете, что меня воодушевило на эти покупочки, девочки? То, что у меня в моих любимчиках такие вполне себе ямки появились заметные. Я подумала, блин, я хочу что-то на замену. Потому. Так, это был оттенок 0.10. Так, следующий. Ой, боже мой. 0.30 оттенок. Так. Вот это более в прошлый уходил в пыльную розу, а этот более такой персиковый, как будто. Так. Следующий. 0.60. Пиминг. Девочки, надеюсь, я хорошо показываю. Не знаю, потом, конечно, буду смотреть. Надеюсь, не нужно будет переснимать, потому что я хочу уже все распределить. Ой, это более нежный такой розовый. Ой, девочки, кстати, знаете, что сегодня, когда я шла посылкой забирать, я филиал из Росмана, филиал обычно заказываю, оттенок 40. Филиал заказываю и видела девушку, которая шла... Явно тоже немецкий блогер начинающий. Ну, потому что я ее не знаю, потом говорю начинающий. Я не знаю, иногда, знаете, есть такие каналы. О, это прям розовый-розовый, классический. Так вот, у нее примерно вот такой оттенок был на щеках. Очень ярко. Очень ярко. Глаза очень такие темные. А она была блондинка. Длинные такие волосы были. Так, и заказала еще одну. Еще одни румяшки от Revel de Loop Young в оттенке 03. Грейпфрут. И вы знаете, девочки, ей безумно шли эти румяна. Очень ей шли.
Конечно, они были очень заметны, и видно было, что она на свои щеки что-то нанесла, но так это красиво смотрелось у нее. Ой, они вот эти более нежные такие. И вы знаете, вот эти они матовые, а вот эти более сатиновые. Но они такие незаметно сатиновые, девочки. Я надеюсь, вам неплохо видно. Не, вроде не. Вроде хорошо видно. Ну, девочки, зима. Это такое дело. Сейчас будет только вот так вот темно. Поэтому я решила заказать освещение и посмотреть, как, что и вообще. Так, девочки, заказала вот это из новинок Catrice. Вы видите, как мне понесло на румяна? Ну, потому что они освежают лицо, и поэтому мне так они нравятся. Я, конечно, заказала более персиковые, девочки. Это оттенок, который называется Dolce Vita 010. Вам видно? Вы видите вот это оформление, да? Очень красивое оформление, но я, конечно же, буду смешивать, поэтому и сводч будет соответствующий. Вы смотрите, как пачкаются эти светленькие. Вот такой вот. Да, они тоже сатиновые. И они более персиковые. Я бы даже их больше персиком назвала, чем все остальные. Вот из этой посылки. Ой, девочки, конечно же, я заказала праймер под консилер от Catrice. Он мне очень нравится, очень хорошо увлажняет. И потому и заказала. Вот. Это уже будет второй флакончик. И так получилось, что я от Essence заказала, видать, два одинаковых. Essence Stay Natural. Так, сейчас я вам все прочту, я хочу посмотреть оттенок. Ну, конечно, я один тоже заказала. Но вы знаете, здесь мало грамм, 1,5 грамма, поэтому, в принципе, пусть будет в запасах. Что это, девочки, за консилер? Это, боже мой, сколько он всего обещает. Сейчас, девочки, дайте зачитать. Во-первых, натуральный. Потом под глазами можно использовать. У него есть уходовая фишка. Он будет ухаживать за кожей под глазами. Будет увлажнять кожу под глазами. Здесь нет масел каких-то, и он веганский. Вот такое вот чудо. Вот здесь кисточка. Я надеюсь, что они обещают массаж. Так, сейчас мы выдавим. Подождем чуток. Может быть, он раньше времени. Так. Я склеила. Я сделала что-то неправильное. Ой, девочки, нам нужно еще посмотреть же палеточку. Так вот. И сколько нам нужно крутить, чтобы вылезло? Не все. Ненавижу вот потому вот такие вот кисточки. У меня уже было от Catrice из имитированной коллекции хайлайтер такой кремовый. Надо было, я не знаю, сколько крутить, чтобы вылез продукт, а когда я крутила больше, ну, короче, вылазило очень много, и в конце концов очень много продукта уходило. Ну, 1,5 грамма это немного, в принципе. О, 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 пошел, 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 пошел. Так. О, ну, как обычно, девочки. Теперь его слишком много. Так, заберу, завтра попользуюсь с утра им. Я не думаю, что он за вечер высохнет. В колпачочек его заберу. Вот так. Ой, это, конечно, свинство. Очень легкая текстура. Есть и подсвечивающий эффект, девочки. Пахнет ненавязчиво. Вот это все, что могу пока сказать.
Мои, конечно, синяки он однозначно не обидите. Венки просвечивают на руках, значит, мои синяки он не прикроет. Ну, stay natural. Это типа прикрывает, но не прикрывает. В запас уйдет праймер. Два заказала. Но вы видите, это я заказала два раза одно и то же. Некоторые продукты. Так. И это заказала два раза. Ты смотри. Хибискус. Хибискус у меня нету. Это я себе оставляю. Так. Сколько у нас там уже времени? Непонятно. Так. Хибискус. Ты какой по оттенку? Ага. Хибискус по оттенку, девочки, персиковый. Может быть, чуть светлее персикового, но персиковый. Я думала, он будет красноват. Я была уверена по тому, как в интернете картинка была. Я думала, он будет красноват, красновато-оранжевый. А он... Ну, надо наслаивать для такого оттенка. Он, в принципе, он персиковый. Но вот это Essence было... От Rival de Loup, по-моему, такого нету. Нет, это не Essence было. Это было Rival de Loup Young. От Rival de Loup у меня, по-моему, вот эти два. Если не ошибаюсь. Я уже забыла. Ну, вот этот практически на полтона похож. А, это был Catrice. Вот они очень похожи, девочки. Вот эти два. Вот это оттенок 0.10. Это хибискус. Оттенок 0.2. Ну, замечательно. Ладно, будет два похожих. Ну, у них есть разница немножко, но совершенно небольшая. Я думаю, на щеках не очень будет видно. Тут больше в оранжевый уходит. Тут больше в розовый. Ну, ладно, посмотрим. Так, а это у нас какой оттенок? Tender Rose. О, это чайная роза должна быть. Ой, нога затекла. У меня есть примерно в этом роде что-то от Catrice. Хочу сравнить. Давайте все, ну, swatch сделаем. Что ж. Да, что-то похоже на Catrice. Старое. Но я хотела что-нибудь актуальное, девочки. Боже мой. Если сейчас смотрю, сколько у меня румян, которых я заказала, мне аж страшно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, десять румян заказала, девочки, в этом заказе. Вот так вот меня понесло, ничего не могу поделать. Смотрите, что это? Контуринг от Essence. Это новинка этого полугодия. И это оттенок 10. Должен быть более светлый. Мне понравился, девочки, дизайн, не могла устоять. Понравился в магазине, понравились мне свотчи, и я решила взять. Идея, в принципе, классная. На зиму, на лето. Я думаю, что даже для зимы это обычная пудра, а вот это вот пойдет на зиму как контур. А для лета нужно покупать ту, которая потемнее, хотя, мне кажется, она более темновата будет. Не знаю, девочки, надо будет на лице, конечно, пробовать, но мне очень нравится дизайн. Очень нравится дизайн. Так. И Галя написала мне. Ты видела эти тени? Они просто безумно классные. Вы знаете, по свотчам они мне совершенно, этот новый Melted Chrome, он не впечатлил сильно. Я подумала, блин, но это как тени Colourpop. Да, у меня недоступны тени Colourpop. Я заказала, вот у меня есть три штучки, такие, которые, знаете, в таких кругляшках. Но Галя сказала, что классный, мне стало тогда любопытно, видите, нужно мне, чтобы кто-нибудь похвалил. Это, конечно, не Melted Chrome, что были в прошлый раз, но они очень красивые. Да, они красивые, но они другие. Я вам не сказала оттенки. Девочки. Так, вот это, значит, называется 08. Так, мне нужно перевернуть, извините. Golden Crown и 07 Warm Bronze.
Вот, девочки, вы увидите. И вот так вот, собственно, сводчи. Ну, еще не сводчи, да? Сейчас я сводчи сделаю. Вот тут. Ну да, очень яркие, очень пигментированные, есть блестки. Но это, девочки, не металлика однозначно. Это не расплавленная металлика, как они обещают. Это чуть-чуть другого типа тени. Конечно, очень классные. У Гали в Инстаграм можете найти макияжи с этими тенями. Я просто, девочки, не знаю, когда я дойду до макияжа с ними. Но раз Галя сказала, что они классные, мне тоже захотелось их заиметь. Так, блин, вот где бы смыть? Я ничего не приготовила. Ой, 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 ой. Извините, ноги затекли. Так. Девочки, все, закуску я оставила самое главное. Самое интересное, самое главное. Это лимитка зимы, девочки. Это эссенс тенюшки, которые лимитки. О, господи. Так, это палетка теней, которая является лимиткой Нового года. Я какую-то немецкую девочку, которая есть Анастасия Беверли Хиллз, которая фиолетовая Норвина, она сказала, что это закос под нее, под эту палетку. Если я не забуду вставить эту ссылку на ее видео, то я вставлю. Ну, такая девочка, начинающий блогер немецкий. Да, оформление девочки шикарное. Оно бархатное. Сейчас вот оно, все тенюхи, которые у меня были на руке, оно взяло в себя. Не знаю, почищу я ли это или нет. А здесь, где вот это вот напыление золотое, вроде как не бархатистая. Давайте посмотрим, что внутри. Вот, девочки, вот такая палитра. Давайте уберем. Так, извините, секундочку. Короче, девочки, очень мне эта палеточка напомнила. Напомнила тени Revolution. Но это продолжение серии Foiled, я так поняла. Была у Essence, конечно, наверняка вы этого не знаете, потому что лимитка осталась только в Германии. Потому что она была представлена на официальном сайте Essence. Такой же дизайн. И называлась она как-то там Foiled. И это были первые тени. Essence задало тренд, моду на тени, которые очень сильно отсвечивают. Это были те другие тени. Прошел год, они решили создать что-то подобное. Я, честно говоря, не знаю, знаете, я другую руку возьму, потому что это чисто. Так. И вот эта девочка немецкая сказала, что это типа закос немного под Норвину, но в принципе все равно это не Норвина. Вот так я поняла ее. Ой-ой-ой. Ну, оттенки красивые. Оттенки красивые. Так, давайте еще по второму кругу. Я слегонца до них дотронулась. Может быть, потому они такие нежные. Ну да, при наслоении они поинтереснее становятся. Так. Нет, вот это должно быть, а вот это тут. Да, девочки, посмотрите. Да, неплохое, неплохая пигментация. Так, есть еще одни шиммерные. Одни не пойму, что это, и одни типа под мат, но с блестками. Сейчас, девочки, посмотрю. Вот это полуматовые. Вот это сатиновые. Шиммерные на кожу с волосами ложатся не очень красиво.
Посмотрим, как на веки будет ложиться. Интересная лимитка, девочки. Если честно, я не знаю, будет она представлена в России или нет. Но если будет, то сводчи вы уже видели. Постараюсь, конечно, при дневном освещении тоже вам показать эту палеточку. Я подписана на девочку, если, опять же, не забуду оставить ссылку. Она сказала, что это ничего особенного по сравнению с той палеткой. Вот эта лажовая. Ну, если так упростить ее обзор. Я не знаю пока. Я ее не пользовалась. Только просвочила. Свочи симпатичные. Не могу пожаловаться. А какая у нее цена, девочки? Я не помню, если честно, какая цена. По-моему, не очень дорогая. По-моему, 7 евро. За оформление, девочки, за свочи, я считаю, что бюджетно. Очень симпатично. Вот, девочки, на этом я буду заканчивать. Это все, что было, на самом деле, в двух посылочках. Я просто вскрыла и все скинула в одну, потому что я, ну, точно не знала, что будет разное, а что будет одинаковое. Раз так получилось, что я ошиблась чуток. На самом деле, ошиблась я 3 пудры лишние, а все остальное, в принципе, то, что мне хотелось, то, что я по-любому захотела заказать, ну, кое-что будет в запасе теперь. Вот, девочки, все. Всем хорошего дня и до следующего видео. Пока-пока. Скажите мне, пожалуйста, как насчет освещения? Как вам освещение? Так, сейчас я... Давайте я открою эту палетку. И поменяю. Так, что у нас тут можно? Можно делать поскромнее. Вот еще. Еще скромнее. Нет, это самое скромное. Как вам вот это самое скромное? Может, оно лучше было, чем то, что я вам показывала? А может быть ярче? Вот так. Вот так. Еще. Еще. И вот это еще ярче. Так, вот это все. На этом заканчивается. Где-то здесь... Сейчас давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, здесь 5 функций освещения, девочки. Что скажете? Какое из 5 вниз более нормальное? То есть 5 это очень яркое. Единичка как сейчас. Что скажете? Пожалуйста, скажите ваш фидбэк. Потому что... Январь, февраль и март вы будете видеть с вот таким освещением. Я ничего не могу поделать. Я думала, здесь еще есть какое-то освещение. Странно. А это что такое? А, ну в принципе... А, нет, это изменяет... Вы видите, это теплота. Очень теплый свет. Так, а это менее теплый. Менее... И вот это уже более нейтральный, что ли? Холодный. Очень холодный. Вот. Менее холодный. Теплый. Более теплый. Блин. Совсем теплый. 5, наверное. Менее теплый. Нейтральный. Холодный. Более холодный. Здесь тоже 5. О, девочки. Ой, господи. Получается, здесь по восприятию цвета здесь 5 режимов света. От холодного к теплому и от темного к светлому. Ой, как сложно. Девочки, будем еще делать макияжи, и я вас опять же таки спрошу тогда. Буду очень часто спрашивать ваше мнение. Все, девочки, буду заканчивать. Всем хорошего дня, хорошей недели. И, как обычно, до следующего видео. Пока-пока.